Друзья, каждый из нас всегда мечтает о чуде, особенно в преддверии Рождества. Это время всегда наполнено радостью и особенным трепетом. Это время, когда вся семья собирается вместе. Это тепло маминых рук. Это время удивительных историй, самое главное из которых однажды изменило этот мир. Очень приятно. Мила, очень приятно. Да, здравствуйте. И классно, что вы такая дружная, замечательная семья. Я думаю, что сейчас будет что-то интересное. В дружной семье Алексея и Людмилы Богачевых всегда рады гостям. И не только в канун Рождества. Очень часто в их доме проходят молитвенные собрания, после которых за одним столом встречаются добрые друзья. Алексей и Людмила познакомились в церкви на ночной молитве. В 2011 году поженились, и совсем скоро у них родился первенец – Елисей. Сегодня у пары уже 5 замечательных деток, которые во всем помогают маме с бабушкой. Особенно им нравится возиться на кухне и участвовать в приготовлении маминого торта. Ну что, вперед на кухню! Давай, Лёшка, смотри, я тебе помогу немножко. Быстро-быстро, как миксер сбивает, смотри. Опа. Вот. Давай будем вместе. Вот. Смотри, Лёвушка, как у нас здорово получается с тобой. Я думаю, тетя Лена, что мы уже... Уже готова? Наверное, да. Точно. Вот у Елисея уже точно. Ну, может быть, чуть-чуть муки? Не знаю. Я готов? Да. По-моему, да. А сейчас нам надо достать хлеб из духовки. Людмила всегда печет хлеб сама. Это тоже одна из традиций этой семьи. Приятный аромат свежеиспеченного хлеба разливается по дому, приглашая всех к столу. А пока еще горячий, с хрустящей корочкой хлеб остывает, мы продолжаем творить. А теперь, детки, аккуратно выкладываем ваше тесто в этот поднос. Сначала Елисей. Да, по очереди. По очереди. Елисей на свой. Давай, я сейчас тебе дам вот такую лопатку. На. Мы с тобой сейчас тоже будем, Лёвушка. Да, сейчас мы тоже с тобой будем туда. Еще разочек перемешаем. Молодец. Вот мы убираем. Сейчас. Потом Диночка. Сейчас мы с тобой, Лёвушка. Подожди, Дина, сейчас ты свой уголок. Все, Елисей. Сейчас мы с тобой тоже. Ну давай, в этот уголок. Приходящая лопатка. Все. Все, давай вместе. Вот сюда. Ой, мне кажется, сейчас куча мала какая-то. Вот, смотри. Люда, забери меня, пожалуйста, Люда. Вот так. Давай, теперь твоя очередь. А прям вот так выливай, прям сюда, вот так. И лопаточкой помогай. Печку-то мы поставим. Печку, поставим печку. И бумагу. Молодец. Молодец. Все до капельки. Молодец. Так. Все, молодец. Все. Дети, хорошо. Вы молодцы. Молодцы. Помощники самые лучшие. Ура! Крем для нашего торта. Крем, это самое главное. И у нас, я смотрю, уже есть сливки, так, уже есть сахарная пудра. И теперь мы это все будем смешивать, правильно? И еще ванилин. Так, ну давайте, будем вам помогать. Это пальчиком. Так, капелька. Попробуй. Вкусно? Чуть-чуть. Мы потом досыпем. Пока этого достаточно. В этой дружной семье каждый ощущает себя важной частичкой общего процесса. Дети всегда помогают по дому, с удовольствием проводят время с мамой на кухне, а еще очень любят что-нибудь делать своими руками вместе с бабушкой. Такие простые занятия невероятно сближают. Ну что же, идут последние приготовления, а мы с детьми пока сделаем рождественскую поделку.
Что вы тут делаете? Рассказывайте. Ух ты, какая красота. Давайте делать вместе. У нас есть венок из елки и шарики красные и золотые. Берем по одному шарику и делаем красивый венок. И мы украсим стол. Лёва, давай сюда. Ставь шарики. Умничка, Лёва, ставит шарик. Молодец. Желтеньких побольше и красненьких. Золотистый, красный. Да, шарик. А еще у меня что есть для вашего венка. Смотрите. Ой. Мы поставим венок на стол. И у нас еще есть к нему свечи. Ух ты. Мы будем делать адвент. И чайка. Да, посмотри, какой он красивый, да? Давай поставим. Поставь куда-нибудь. Ой, Диночка, ты пришла к нам. Мы будем ожидать Рождество. Смотри, вот так сюда. И когда... Да, будем каждую неделю Рождества зажигать по свечке. И у нас сколько месяцев в месяце недель? Кто помнит? Ну-ка. Сколько в месяце? Четыре недели. На каждую неделю будет по свечке. Опа! Сначала зажгем первую большую, потом вторую поменьше. Да? Да, и у нас будет ожидание Рождества. Молодцы, украшайте хорошенько. Давайте. У меня есть вот такая маленькая фигурка. Как вы думаете, кто на ней изображен? Кто догадается? Ну-ка. Родители Иисуса. Родители Иисуса. А как их звали? Кто знает? Мария и Иосиф. Мария и Иосиф, правильно. А это рождественская звезда. И вот маленький домик, где родился Иисус. Кто мне напомнит? В хлеву, правда, в ясельках. Да? Вот я дарю вам такой рождественский подарок, и вы можете его украсить, а можете просто оставить таким, как есть, и поставить вот в наш рождественский венок. Венок поставим, чтобы все тоже могли им полюбоваться. Да? Ой, как здорово, какой красивый у нас. Дивно ставит, свечечку ставит, Дивно. Молодец! И рождественская история у нас здесь, да. Положим вот сюда. Про то, как родился Иисус. Это у Лёвы. Лёва еще сюда украсит. И Лёва украсит. Ой, Дивно, ты радуешься. Молодец. Красиво? Красиво. В семье Богачёвых царит очень уютная атмосфера. В такие моменты ощущаешь невероятную теплоту и присутствие Бога. В этой семье Он на первом месте. И дети это понимают. Алексей и Людмила видят крепкую Божью руку, водительство которого всецело покрывает их семью. Ответственный и важный момент. Мы начинаем украшать наш торт. Дети готовы? Да? Давайте, смотрите, вау! Кирпик, сыплем, молодец. Опа, нормально, сыплем. Это тяжелая пошла. Тяжелая артиллерия. Дивно, Дивно. Не кладем. Давайте. Сыпем. Лёва, давай ты тоже сыпешь. Легкая сыплем. У Лёвы очень вкусно, ему некогда сыпать. Очень вкусная посыпка. Ой, молодец. Лёва, ты на торт себя не в рот. Ой, как дивно. Подождите, некогда на торт, тут так вкусно.
жить по вере, двигаясь по тому пути, который определил Бог. Радоваться каждому совместному дню, ценить тех, кто рядом. Кажется, что огромное сердце этой семьи полно любви, и ее с лихвой хватит каждому. Пожалуй, в этом и есть истинный смысл веры, смысл Рождества. Любить бескорыстно, безвозмездно. Людочка, Алексей, спасибо вам большое за сегодняшний прекрасный день. Тетя Лена, вам тоже большое спасибо за такой стол, за ваши открытые сердца. И, детки, спасибо вам, что вы такие замечательные помощники. Я думаю, что сегодня мы просто замечательно провели этот день, такое предрождественское настроение у всех. И я понимаю, что этот праздник Рождества такой вот светлый, такой добрый и такой значимый для всех нас, он действительно для вашей семьи является одним из самых главных, потому что вся семья в сборе, вы все вместе, и не только в Рождество. Я понимаю, что у вас каждый день какие-то такие прекрасные совместные семейные вечера. Вот расскажите, какие у вас, может быть, традиции существуют на Рождество? У нас однажды Елисею подарили, помнишь, тебе как раз подарили курочек? Они были вот такие вот, маленькие-маленькие, по 2 сантиметра, двух, и он их потерял в трехкомнатной квартире в гостях. И плачет, стоит, просто заливается. Большая потеря. И говорит, мама, пошли помолимся, я потерял своих курочек. Но я понимаю умом, что в трехкомнатной квартире чужой, я в принципе ничего не могу найти. Вот, мы были в гостях, и, Лёв, мне так неудобно. Вот, и мы с ним помолились. И, в общем, произошло на самом деле чудо. Мы взяли свои подарки, которые нам подарили там, и, ну, уехали домой, утром просыпаемся, я открываю подарки, а эти две курочки лежат в подарке сверху. Ого, вот это да! Это было счастье, не было чудо. Предела, да? Курочки твои нашлись, ты был очень рад. Да Господь тебе туда их положил. Да. Он был еще маленький, и он говорит, ну я ему говорю, ты веришь в Иисуса? Он говорит, ну, мам, я не знаю, как сказать честно, ну так верю я или не верю. Я говорю, ну испытай, вот испытай, возьми и испытай Бога. Он говорит, а как? Я говорю, ну вот задай такой вопрос, чтобы только он мог тебе ответить. А мы сидели в ресторане в Икее, и он такой говорит, Господь, вот если мне в киндер-сюрпризе попадется сейчас курочка или петушок, я поверю в тебя. Серьезно? Ну, кто когда видел в киндер-сюрпризе вообще есть петуха? Да никогда. И представляете, приносят, мы покупаем еду, и там подарили нам 3 киндер-сюрприза. Так вот, в 2 киндер-сюрпризах были по петуху из бременских музыкантов. И он такой, Иисус, вот теперь тебя я верю! Все живое, правда? Аминь. Я бы очень хотела, чтобы мы сейчас пожелали нашим зрителям что-то очень-очень хорошее в преддверии Рождества. Я желаю, чтобы каждый человек в этом году, нет, в следующем году, обрел свою семью. Семью небесную и семью земную. Чтобы он был принят, чтобы он чувствовал себя любимым. И любимым в любом состоянии, таким, какой он есть. Вот, но самое главное, это небес, быть усыновленным в небесную семью. Аминь, прекрасно. А я хочу пожелать каждой семье, чтобы у них рождалось много-много детей. Пусть этот дар Божий будет для вас таким радостным, и пусть в ваших семьях будут бабушки, которые будут помогать родителям и воспитывать. Много бабушек. Много бабушек. Детишки, а вы что можете пожелать? Я желаю, чтобы у вас было слишком много денег, чтобы не хватало кошельков даже. О, как классно пожелать. Подходит. Ну что, дорогие друзья, вот такое доброе, теплое, веселое и счастливое Рождество у нас получилось. И мы желаем, чтобы каждый из вас в своем сердце
пережил это Рождество Спасителя, эту победу и эту любовь. С Рождеством! С Рождеством!